И всем привет, с вами Мистик и Лайгер. Красный Мистик с красной дилдой в руках. Oh. Ой, а чё это? У меня броня вся закончилась. Ты такой красный, чувак, я тебе сейчас красный таким никогда не видел. Спасибо, спасибо. А я туда что к свету. Это подожди, это комплимент или что? Это, ну я рассчитывал это на издевательство. Что за трансформейшн паудер? Я не знаю, что такое, так я на тебя жмаку. Ух ты ж, ё-моё. Чувак, что с тобой? У тебя новый скин? Я новый. Обалдеть, ты офигел такие крутые скины делать. Чувак, меня перекрасили, мне сделала Тина. Ну вот. Меня перекрасили, пока я спал. А чё я такой какой-то бомжовский весь? Хочешь, я тебе там сдую? Давай. Я на тебя тонулся, что ты появился. Я не пойму, что эта штучка делает? Трансформейшн паудер. Я надеюсь, что... Стой, я помню. Стой. Покажи, как это. Чувак. Я помню, что делает эта фишка. Что ты делал? Почему так он... Она сохраняет последнюю, самую крутую... Что она сохраняет? А чё я его не вижу? Она, по-моему, у тебя сохраняет последнюю вещь. А, кстати, наверное, было бы хорошей, наверное, идеей мне одеть броню. Чувак, почему я так долго прогружаю? Что за хрень? Нет. О, я его убил, отлично. Что с него там выпало? Ну, фиг знает. Зато у меня, кстати... Аж три ор-магнит. Обалдеть. Это мы сейчас с тобой будем что-то тянуть. Зверь, помнишь так вот этот? Помнишь, ты кого-то хотел убить? Вот этого летающего писюна. О, еще один! Просто много. У меня тут-то точка тадам. Покемон! Я не помню, чтоб я создавал точку тадам. Ты помнишь, чтоб я создавал точку тадам? Спасай меня от покемона. А где он? О, привет, покемончик. Он даже до меня не доходит, слушай. Нам нужно будет сейчас пойти в этот, в тот мир опять, только переставить. Нам уже телепорт, как нам сказали, что... Мы же его переставим, по идее, да? Да, давай сносить, короче. По логике он будет в другом месте, правильно? Давай, правильно, короче, как арабы такие. Все, цыц, я собираю уже. Собрал. Только чувствую, у меня места не хватает, чтобы это все собрать. Да? Или хватит, стоп. А, не, у меня места нет. Так, я, значит, выброшу. Чтоб выбросить? На... Совесть. Выброси свою совесть. Да. Ну как? А, я думал, ты забрал. Все, иди сюда. Иди сюда, мы сейчас с тобой, короче, вместо вот этого поставим, да, по идее? Миленький зомби. Чтоб у нас их было... Миленький крипер. Ярик. А, кстати, я видел... Поздоровайся с ним. Да подожди, слышь, не надо уже... Поздоровайся. А он-то мне даже не добежит, слышь. Нет, крипер. Крипуня. Убирай вот это вот. Давай, я пока поставлю новенькое. Я тебя сейчас сдую. Нафиг мне нужна земля. Земля. А я бегаю, землю за тобой собираю. Ну ок. Эй, циклоп. К ноге. Хотел его пихануть. А ты не хочешь мне при... Ой. Хотел циклопа пихануть, пиханул себя. Блин, это так эпично. По-моему, мне чуть не хватает. Мне кажется, или ты забрал часть лагеря. Охренеть, я мощный! На. Что такое? Где день? Только что день был! Так он до сих пор день. Да нет, потемнело резко. Наркоман. По-моему, тебя кто-то зачаровал. Нет, смотри, иди сюда, смотри, какой брутальный, смотри. Ты типа циклоп, да? Ёпта. Бугига. Твою! Я себя подкинул вместо него. Давай, подожди. А проверим теперь, куда у нас ТПшник. Я надеюсь, что вот сейчас будет лучше. Слышь! А оно не хочет зажигаться. Все, не Паша, ты сломал, понял? Ой, твою дивизию, что мы делаем? Зачем мы эту фигню поставили? Телепорт-то из снега делается. Ракушка. А снег мы, походу, там оставили. Что-то я совсем тупанул. Снег мы оставили в снег. Снега нет? Нет. А мы его хоть собрали? Стой, вернись! Я пошутил! Я все сделаю! Так... Значит, мне это не нужно. Это нужно. Стоп, лагерь, на вот это собери, хоть ладно. Порох собери, порох. Ещё, где порох? Где? Стой. А, вот он. Подожди, это весь снег, что ли, твой? Нет, это весь снег с портала. А чё так мало? А, всё, вот теперь весь. Ой, что-то я перестарался, по-моему. Пойду ещё попихаю пацанов. Пацан! Ёпта! Чёрт! Чё? Ты готов окунуться в безумие? Блин, чувак! Что такое? А, давай, иди сюда, блин, ты должен... Ладно, подожди, сейчас я быстренько тогда вещи оставлю, возьму только самое нужное, и нам нужно с тобой взять всё. Хватит тебе его пинать, ты его поднимаешь, что ли, наверх? Ты бы видел, это так эпично! Я только что... Да, я вижу. Ты наркоманушка, если честно. Блин.
Так, подожди, ты мне так и не сказал, что эта штучка делает. Какая? Она сохраняет последнюю вещь, по-моему, у тебя самую крутую в инвентаре после смерти. Ну, у нас стоит кипи инвентарь труд, так что, по-моему, она не нужна. О-о-о. Еще я в комментариях прочитал этот. Так, ладно, ор-магнит мы будем с собой забирать? Чё, давай возьмем. Давай попробуем. А еще мне сказали, чтобы ты взял эту хрень, которая блюется светом. Что? Ок. Ну ты понял. Крипера, который блюется светом? Ну да. А можно мне напомнить, что это такое? А это такая хрень, помнишь, ты в сенку блевался этими светлячками, и они там... А, при чем тут крипер? А почему бы нет? Ладно, а я не помню, где он, слушай. Можно я войду? Давай. Нет! Лагерь! Не смей, это мой дом! Чё? Сам стекло вылез. Не пугай меня. Значит, давай вот это проверим. И что дальше? Стой, я знаю. Вот теперь это юзани. Вот, видал? Ну-ка. Иди ходи. Давай. Ищи. А, то есть оно тут не везде. Это тут как папа, как получится, что ли? Нет, это где есть реально железо. Вот где реально есть железо. О. Оки-доки. Я чувствую себя дебилами сейчас. Ты знаешь, как приятно за этим дебилом наблюдать, еще и это снимать. Да пошел ты! Нагло, вообще охренел. У меня есть более действенный. Я лучше вещи пойду дальше оставлю. Что мне не нужно тут? У меня есть более действенный способ. Нужно что-то забрать, а что-то оставить. Так, это что? А, это же хпшки. Е-мое, че я хпшки с собой не брал? Ладно, мне вот это не нужно с собой, мне в принципе гнилая плоть тоже не нужна. Блин, нет, у меня же тут порядок был. Лагерь. Что? Успокойся, я тебе больше никогда не наймут, не дам, если так будешь себя плохо вести. Я ничего не делал, стой, дай, пожалуйста. Ну я. Я тебе его дам, но только при условии, что ты не будешь ничего взрывать моего. Хорошо, твоего обещаю. И рядом с моим. Все, ладно, все, чуть-чуть попробую, не буду. Я постараюсь. Так, я тебе, значит, положу сюда в сундучок. В сундучок, наверное, вот это я тебе положу. Вот это, вот это, вот это, вот это. Вот это, вот это, вот это, вот это, вот это. Хочешь, я тебе скажу одну вещь, которую ты никогда не знал? Короче, я тебе все скидываю практически. Окей? Хочешь, я тебе скажу одну вещь, которую ты никогда не знал? Ну-ка. Ну смотри, в Майнкрафте же можно красить кожаные вещи, да? И? А ты знал, что их можно обратно постирать? Чего? В этом, что ли? Да. В смысле постирать, цвет поменять или как? Обратно вернуть на стандартную кожу. Не понял. То есть ты типа сюда кидаешь броню, и у тебя кожа появляется? Веер! Блин. Причем веер? Ладно, это было немножко нелогично. Пошли, короче, в тот мир уже, хорошо? Окей. Я смотри, я взял с собой этот камень. Я взял с собой веер, чтобы быстро смыться наверх и никого там не видеть. Я взял с собой камень, чтобы если что я смог... Чувак! Там сразу задница, сразу, моментально, при входе. А у меня даже не ТПшка это. А, не-не-не, тут еще нормально. Я спрятался, лагерь. Я вообще хрен знает, где я, лошадь. Что? Все, лагерь, я спрятался. Я тоже. Только я весь немножко в стрелах. Где ты? Ох ты ж, что ты здесь делаешь? Нигер, я его куда-то телепортанул, посмотри, он должен быть в нашем миру уже. Кто кого? Черт! Я уже догадаюсь. Я уже догадался, кто кого. Да, но подожди, у него там очень мало хп, мне там его. О, что это такое? Удар. Чувак! Я ж его убил. Я нашел лаву! Подожди, я собрал с них Frozen Shards. Блин, только не говорите, что это вот эта фигня. А, да ладно, и зачем нам это нужно, мне интересно? Я тут нашел другой лед, который не ломается, и под ним лава. Ау. Так кто по мне стреляет? Ой! Кирку выпросил. А мне откуда-то стреляют, и фиг пойми откуда. Если не можешь это сломать, попробуй это взорвать. О, твою мать! Лучше б я этого не делал! Ай-яй-яй! Ай-яй-яй! Пошел в жопу! Пошел! Ух ты ж, лагерь, тут очень опасно, я тебе скажу. Может, ты ТПшник ко мне? Заметил это? Попробуй, пожалуйста. Так. Ну, выходи, подлый трус. Телепортируйся ко мне, я тебе кое-что покажу. Подожди, я попытаюсь сейчас. А, да ладно, со всех сторон. Блин. Я его убил, обалдеть. Сюда вот это, конечно, иди. Мощно.
Да подожди ты сюда, к тебе тут идти. О! Все, поздно. А что там было? Ну, можете телепортироваться еще на мой труп посмотреть. Что-то у меня не особо есть желание, если сейчас... Да, только сразу прыгай, кричи, я Багагугаша. Я Багагугаша, да? Да. Я запомнил. Я не знаю, вот как мне этого чувачка отпинать, он, блин, такой мощный. Так ты просто ко мне телепортируйся и все. То есть тут проблемы уже сами решатся. Подожди, я пытаюсь их тут... Ну окей, убивать. Давай, я подожду еще пару секунд. А зачем тебе, мне к тебе идти? Там сундуки. А в сундуках могут быть плюшки. Да не то, что могут, они там будут, но, блин, лагерь, я не хочу умирать. Да ты не умрешь, чувак. Я тебе... Нет! Кто умрет? Не знаю таких. Так что давай, я тебе даю 10 секунд. 9, 8, подожди, 10, мне нужно как-то чувачков к себе поближе 3, поставить. 2, ладно, я их еще раз потом найду. Окей. Ну хоть факел. Я все ближе и ближе к ним. Ну что, ты с ними сблизился? Ты что здесь делаешь? Как ты здесь появился? 3, хп. Да ладно. Хп. Обалдеть! Да, вставил! Лагерь, ты посмотри, сколько тут стрел, я не знаю, как... Я, кажется, выучил, как их можно убить. Ты умеешь читать? Обалдеть. Я научился их убивать, лагерь. Я бы освободил нам проход, прикинь? Прикинь, я уже был давно прошел этот проход. А я нам его освободил. По-моему, это как бы лучше. Я даже дальше нашел в том мире. Жестоком. Мире, где тебя. А тут даже, прикинь, эти ходят, жители. За фиг знает кусок. Где. Что? Чувак, я даже не могу. А знаешь, что мне помогло? Там что-то красненькое, я боюсь этого. Я в портал. А, у них чего? А, это мой этот. Знаешь, что мне помогло? Где я? А, меч с хпшками. Где я? То есть я бью и использую хпшки. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. А, я как понял, ты про этот камень говорил, который не ломается. Парниша, ты так не горячись. Только я... где я? Зомби. Алло. О, Яр, я нашел тоже место, иди сюда, телепортируйся, пожалуйста. Сейчас, ты там жив? Да. Ой, случайно. Так. Да ладно, давай. ТП, РП, блин. РП? Привет. Тихо, вот смотри. О, ежик. Привет, лысый. Смотри. Стой. Там ты... кто-то есть? Обалдеть, что это? Сейчас я поговорю с ними, поговорю. Подожди, стой, нам нужно первоначально... Подожди, нет, не надо. Нам нужно первоначально отойди. Защитить нас от вариантов попадения в лаву. Это первое... Да потом об этом думать будешь! Я не хочу лично попасть в... Твою мать! Блин, сундук взорвал. Ой, ты говнюк. Ты это сделал? Нет, я там хотел нейтрализовать мобов. Нейтрализовать мобов по делу. Че они опять здесь появились? Да ладно. Там спаунер, если что. У меня лагает. Тут лучник стоит. Эй, лучник, да ладно, я ж прогрузился. Вот я чувствую, я сейчас прогружусь и умру. Хотя ну его нафиг. По-моему, просто он здесь лагал. А, я, короче, пойду по факелам. Как я понял, это ты факелы расставлял, да? Возможно. О, что это за гиды? Свистуны похожи на урру, которые говорят. О, за... вот, походу, здесь был взрыв. Да, узнаю взрыв. Привет. Да. Они издалека, что ли, бьются? Да. А, так они ж легкие тогда получается. Ой! Лагерь. Ну ок, поговорили. Я не хочу туда больше. Ой. А что, с них только опыт выпадает? Так неинтересно. Я случайно телепортанулся на ЛСДС и забыл, что это другой мир. И, в общем, я чуть не умер. А, ну, очень увлекательно путешествие. Ну, с кем не бывает, слушай. Так, а что с них падает? Ничего. Как ничего? Ну, опыт. И все? Еще очень печально, что я взорвал сундук. Нет, что-то упало, но она упала в лаву сразу же. Что-то это Стив! В смысле, Стив? Ну это. Эй, лучник! Тише будь! Тише. Обалдеть, да ты че охренел, лучник? И ты не один? Я смотрю, как он. Они походу друг друга гасят. Обалдеть, не, ну этот меч просто божественный, чувак. Этот меч просто божественный. Он так сильно помогает, я тебе честно скажу. Это просто Ты про хилки? Без него бы я умер. Ну, ты про хилки, да? Да, меч с хилкой, это просто... Это бомба.
У нас, по-моему, много этих штук, то есть мы можем, в принципе, еще если что, сделать один меч. Потому что у меня тут осталось на 423 использования. Ну это надо андроидов, по-моему, искать или нет? Нет, там, по-моему, с красных штук падает. Ой, вообще их собирать, по-моему. Что за хрень? Можно, если я не ошибаюсь. Что? Так. Заставим это. А где ты, я не понял? Чувак, я разрушил спавнер этих чувачков. А, каких? Ух ты ж! Слышь! Чё? Лагерь, спасай. Мне бы тут самого себя спасти. А меня сначала. Эти мутанты бегут. Ну как бегут? Они как бы идут, но... Не в жопу! Не, чувак. Знаешь, что я тебе хочу сказать? Попроси их не атаковать тебя. Просто так их бить, это вообще не вариант. В общем, мы тогда продолжим уже в следующей серии. Тихо, план. Я надеюсь, мы какой-нибудь план придумаем. Так что всем спасибо за просмотр. С вами был Мистик и Лагерь. Всем удачи, до встречи. Да хоть меня пинать. Откуда ты здесь взялся-то?